Всем привет! Обзор находок попутных славок, которые у нас было найдено. Первый нас найден такой вот видео магнитофон с нее. Значит, сейчас какие-то славки там попутные нашел по пути. Сразу же вот этот видеоплеер Sony, и с ним же был DVD-проигрыватель Supra. На одной салке древец какой-то нашел. Это у нас BPK. DVD-проигрыватель. Вот такие вот еще часики, термометр и вагу показывают. Целые, непобитые. Там даже датчик важности видно. Важность показывает. Батареечки вставляются. Ну, тестируем питание. Так, не знаю, какой им вольтаж подавать. Так, вот еще заехал на одну свалку. Вот такую кучу электросчетчиков повыкидывали. Уже разломали. Где-то уже трактор по им. По некоторым уже проехался. Видать, может, они больше было, уже их загребли. И вместе с ними же были вот такие мультиметры, видать, СССРовские, возможно. Четыре было уже все разломано. Так что марка МП-1А. С этими же мастер-счетчиками были они. Еще вот я тут заехал на свалку. Вот такая сразу кучу радиоламп. До этого я тоже тут находил, наверное, около недели назад. Вот они у меня еще лежат. Тоже той же марки. Это уже в другом поселке. Может, между поселком и там селом километр 40. Свалки друг от друга. Тоже сразу такая, вот такой кусок канифоли СССРовской. Там еще транзистор один. Лампы ШЖ9П. Они были это коробка, сказать, высыпали. И вместе с этими же лампами у нас такую же кучу шасси 3 высоты. Шасси. Всякие разные. И проводочки уже обтриженные. Это уже плазма была разбита. Плазма пришлось скручивать. Конденсатор повыпаивая. Такая еще вот радиола была, Кантата 204 найдена. Корпус гнил, проигрыватель там, ЭПУ уже снято, остальное все на месте. Вот такой вот обзор находок. Всем пока.